новый красноярский губернатор, если быть точнее, временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Толоконский, озадачен железногорской проблемой номер один. Непростой вопрос теплообеспечения почти 100-тысячного города сегодня он обсудил с главой ЗАТУ. Мы попросили Вадима Медведева коротко подвести итоги этого совещания. Расчеты, собственность, формирование единой организации теплоснабжающей и подготовку к зиме общими усилиями. Поэтому в целом ситуация непростая, она большая, она тяжелая в плане денег и для края, и для всех. Ну и, соответственно, поручено подготовить документы для обращения уже Виктору Александровичу Толоконскому, правительству России, о том, чтобы мы по двум вопросам работаем сейчас, и он выражает намерение им заниматься решением этих вопросов на своем уровне. Это инвестиционные деньги для развития ЖТЭЦ, для наращивания мощностей на ЖТЭЦ, раз. Ну и для того, чтобы все-таки в Минфине деньги не перемешали, так сказать, в общую кучу, и деньги, которые могли бы поддержать наши бюджеты для расчетов за тепло по действующим новым тарифам для Железногорска. Ну, по этому направлению предполагает работать он на федеральном уровне. Поэтому, конечно, это определенный прогресс для нас. И, думаю, все эти задачи, поставленные руководством госкорпорации края, мы реализуем.